Студенты Перми приняли участие в интеллектуальной игре «Познай истину». Соревнование по знанию истории Отечества прошло в Пермском строительном колледже по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Будущие архитекторы состязались в знаниях по военной истории России. Участникам предлагались вопросы различной сложности, на которые нужно было ответить после небольшого группового обсуждения. После объявления правильного ответа на экране демонстрировались фото и видеоматериалы на тему вопроса. Эта игра была разработана в 2005 году и была разработана Екатеринбургским отделом дела молодежи Екатеринбургской метрополии. Игра была проведена впервые в Советском учебном заведении города Перми. И я надеюсь, поскольку эта игра была проведена достаточно успешно, она получила очень много замечательных, позитивных, положительных откликов от самих студентов, которые участвовали. Мероприятие было посвящено событию, которое никогда не должно быть стерто из нашей памяти – победе в Великой Отечественной войне. Поэтому по окончании соревнования участники и члены жюри почтили минутой молчания всех погибших на этой войне. И никакие злобные силы не смогут покорить нашу страну. В общем, вы большие молодцы. А через несколько недель уже в Екатеринбурге, в Уральском аграрном университете, такая же игра была проведена в 8-й раз. Ее участниками стали студенты высших учебных заведений города. Интеллектуальное первенство одержала команда Уральского государственного юридического университета.